Здравствуйте, это программа «Вопрос эксперту». Я Диана Нуждина. Диана Нуждина, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Наши друзья с компанией часто выезжают на природу, делают пикники, купаются, берут с собой собаку, зовут и нас, но меня смущает жара, отсутствие удобств. Скажите, что с собой взять, как организовать отдых, чтобы все прошло без последствий? Купание и принятие солнечных ванн можно проводить только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей. Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Одежду следует выбирать из легких и натуральных тканей. Открытые участки тела смазывать кремом от загара. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы. В целях профилактики обезвоживания организма необходимо соблюдать питьевой режим. Идеальным средством утоления жажды является, конечно, чистая вода или несладкий зеленый чай. Нельзя мыть овощи и посуду в воде водоема. Необходимо избегать употребления алкогольных напитков, тем более нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой. Это снизит риск заражения. После купания в водоемах необходимо принять душ. Соблюдайте чистоту в местах отдыха. Не оставляйте после себя мусор. Мусор, оставшийся после пребывания на природе, собирайте в пакеты и утилизируйте в специально отведенные места – контейнеры.